что вот это за шляпа? Ну что за коромысло? Как оно надоело, а? Короче, будем ставить упоры. Фу-фу-фу, все, начинаем. Поставил я упоры, вот короче так, подложил туда резиночку, все протянул, они здесь очень так тугие, может, я не знаю, они разработаются, здесь вот они длинные, они как-то наперекосяк работают, блин, и когда натягиваешь, вот, прям аж тяжело капот нажимать, аж капот гнется. Вот я его гну. Надо просто резко берешь, сразу резко раз и все. Поднимает его, надо же держать. Он выше поднимает, чем крючок. Я не знаю, надеюсь, разработается. Если не разработается, я, может, один сниму, оставлю один. Его что надо, лишь бы только держал. Два для того, чтобы, как говорится, этот, ну, чтобы поднимал он сам. Один сам не поднимает, но зато он легко и закрывается, и держится, на голову не упадет капот. Поэтому, я думаю, два это лишнее. Сейчас попользуюсь месяцочек. Если что, потом один сниму, продам кому-нибудь. Купил я их за... Вот. Вот такие вот дела. Так, ладно, сейчас, короче, буду снимать бампер. Вот, и ставить волговские сигналы. Короче, не закончил я ставить сигналы эти, блядь, не могу никак там просверлить, не сверлит, короче, что-то это. Ну, короче, вон бампер лежит, светится номер. Вот, сейчас, короче, уже темно стало, завтра доделаю, все сниму. А сейчас у нас что, в деревне банька? Вот. Сегодня воскресенье, банный день у нас. Такая у нас тут комнатушка отдыха. Тепло, красота. Ой, как трещит, а? Все, сейчас попаримся. Помывочная и парилка. Фуа, жарища. Так, здесь, короче, там печка горит. Не вижу сколько. Она это 80
84, что ли там. Вот такие дела. Ну все, мужики, до завтра. Завтра продолжим снимать. Ну, парни, смотрите, волговский сигнал я установил. Вот плюсовой провод идет через предохранитель. Вот. Он идет напрямую на 30-ю фишку реле. Вот. Потом 80. Сейчас скажу, 30-я. Вот это на 87-й. Вот на этой, на 87-й. Вот он, выход. Идет на сигналы. От него раздвоение на два сигнала сразу идет. А вот эти два, которые идет маленьких, вот эти два, которые здесь вторые остаются, их просто соединяемся, наобрезаем, где этот штатный. Вот, они две. Один плюс, один минус идет на параллельные вот эти. Получается 86 и 85, вот два. А вот эти плюс сигналы. И два, которые обрезали, идут. Поняли, да? Родные штатные. И все, сейчас изолируем и пробуем. Сейчас буду обрабатывать машину, пока бампер снятый. Есть телевизор, все вот где подлезу. Потому что пока там все целенькое. Все не ржачено, нет ничего. Могу все обработать. Вот сейчас растапливаю пушсало. И все будем обрабатывать. Вот эти места все обработаю. Вот эти. Вот здесь все обработаю. Тут у меня обработан же, ну и тут пройдусь вот так крыло, по ребру все залью. Вот. Сейчас я нагрею, растоплю. Потому что здесь бампер трется, бывает, и начинают первые светы отсюда рыжики. Пока вот все новенькое. Все обработаю здесь. Ну, видите, короче. Вот там нижний телевизор вот обработаю. Машину надо ухаживать, ребят. Ах да, еще. Сейчас это, видел ролик на ютубе, там, короче, эти амортизаторы прокачивают. Сейчас я их сниму заново и попробую раз пять прокачать. Может быть, они начнут мягко работать и не будут капот отстреливать наверх. Ну, сейчас увидите, сейчас я их сниму и покажу вам. Очень жестко.
ветер плохо не слышно, поэтому как-то так. Все, короче, залил где только мог. Потом бампер поставлю и такой возьму, как пропал. Все. Все, одеваем бампер. Форму закончил, собрал я бампер, ну это лишние вот эти масла и все я протру, все стало как родной, здесь тоже я все протру эти. Сигнал сигналит, сейчас покажу как. Так, ну все, брат, давайте, брат, на этом будет заканчивать. Завтра в город поеду. У меня еще по плану завтра замена масла. Завтра у меня пробег 64 тысячи, я прошел, по-моему, или 3,5. Короче, завтра покупаю масло Лукойл Генезис Арматек. Фильтр новый, и около дома будем сами менять. Вот получилось так, что меньше 5 тысяч проезжаю и буду менять. Вот такой я вот человек. Можете кидать в меня помидорами, тухлыми яйцами. Но я всегда буду менять 5 тысяч, не больше. Все, ребята, всем удачи, всем пока.